Смысл нового проекта в том, чтобы за относительно небольшой промежуток времени, 10 месяцев, провести серию обучающих семинаров для людей с психическими заболеваниями, их родственников, а также специалистов, работающих с данной категорией. В рамках проекта мероприятия пройдут в 6 регионах области – Барановичах, Ивацевичах, Березе, Пинске, Столине и Жабинке. Одна из целей – создать группы самопомощи на местах. Для этих людей мы подготовили семинары по созданию и формированию групп самопомощи. Мы хотим рассказать людям, что помощь оказывать они могут себе сами, не имея в своем городе клубного дома. Как принять свою болезнь, как продолжать жить с диагнозом, как адаптироваться, быть активным и приобрести утраченные навыки. На эти и другие вопросы будут отвечать не только специалисты в области психологии, но и тот, кто на личном примере знает, что значит когда-то потерять смысл жизни и как его обрести заново. Не оцениваю себя как вдохновителя, но я просто попытаюсь. Возможно, люди, они поверят тому человеку, кто столкнулся с этим и как-то смог улучшить, выйти из тяжелого состояния, какие-то моменты разъяснять, как протекает, допустим, заболевание, что бывает обострение, чего бояться, к чему там, ну, сразу прислушаться и принять какие-то меры. Сегодня тема социально-психологической дискриминации какой-либо категории людей остается актуальной в психиатрии, ведь люди, о которых говорилось выше, в большинстве случаев изолированы от общества. Поэтому во всем мире активно развиваются различные формы социальной реабилитации, адаптации или так называемой инклюзии за пределами больниц. И Беларусь не исключение, а Брест и вовсе первый город, который положил старт новому проекту.